Инициативная группа жителей дома номер 2 на улице Союзной в Одинцове обратилась к депутату Мособлдумы Дмитрию Голубкову с просьбой помочь им привести в порядок придомовую территорию и реализовать пустое пространство во дворе. Мы обратились с просьбой, чтобы нам как реставрировали площадку, отремонтировали и поставили новые игровые элементы. Посоветовавшись, приняли совместное решение. Старая детская площадка остается, так как еще вполне пригодна для эксплуатации. Но будут внесены некоторые изменения. Новая площадка появится здесь, вот буквально на том месте, где мы стоим. До конца октября месяца уже сформирован перечень элементов этой игровой площадки, тех тренажеров, которые будут установлены. Поэтому вот немножко поздновато, но вот из-за пандемии, конечно, очень многое сдвинулось. Сроки на проведение работ сдвинулись вправо, но тем не менее в этом году, значит, успеем, все сделаем. Благодаря проекту инициативного бюджетирования в этом дворе теперь будет две площадки. Новая с безопасным покрытием и оборудованием для детей разных возрастов. При этом проект разработан так, что деревья, окружающие эту территорию, будут сохранены. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».